Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И я тут занимаюсь посадками-пересадками. Мне нужно было пересадить башмачок. И вот решила вам показать. Вот этот башмачок. Я его приобрела в прошлом году, когда была в теплице Orchids and More. Сейчас я вам покажу его название. Вот это... Порфиопедилум Норито Хасегава. Это скрещение двух башмачков Малипоинзе и Арминиакума. Он меня цвел в прошлом году. Есть видео на канале. Сидел он вот в таком вот маленьком пластмассовом горшочке. Эта пластмасса довольно тонкая. И я уже чувствовала, что корешки уже заполняют этот горшочек. И решила пересадить вот его субстрат. Вот. Ну, субстрат, конечно, уже все изжил свое. И почему я решила вам его показать? Я, не знаю, случайно, наверное, удалила вот этот корешок. Буквально случайно. Он живой, как вы можете видеть. Вот, абсолютно твердый. Так вот, смотрите на эту корневую. Я такой корневой отличный давно не видела у башмачков. В принципе, у моих башмачков тоже неплохая корневая. Я их всех в прошлом году пересаживала, но это что-то. Я его просто промыла, ничего не удаляла абсолютно. Все корни живые, вот поэтому он и распирал горшок. Мне кажется, это вот от этого корешка. Ну, посмотрите, а жалко, конечно, но что поделать. Ладно, вот. Этот горшочек ему был мал, так что вот я решила его пересадить. И я очень рада, что я увидела его корешки. Посмотрите, новорастущий. Он активно наращивает мне розетки. Вот так вот он уже смотрится. Вот, вот вы можете видеть, это растение цвело один раз. Я его купила с обрезанным цветоносом. Это уже мое домашнее цветение. И вот такие вот у нас розеточки. Я его просто промыла под проточной водой, и все, ничего обрезать не надо, все у него отлично. Сажать буду вот такой вот горшочек, я думаю, ему подойдет, потому что он активно разрастается вширь. Здесь у меня дренаж, и я уже приготовила мох, ну это буду по поверхности, я тут и сфагнум, и немножко лесного. И вот субстрат, кора, уголь, серамис и вот эти вот камушки, они специально, это скорее всего как кальций, специально для башмачков я вот добавляю своим башмачкам. Ну что ж, приступим к посадке. Сейчас надо его, сейчас надо так сделать, чтобы вам было видно. Вот дренаж, здесь керамзит, даже не несколько кусочков пензы есть. И, конечно, жалко было его корешки. Ему нужно что-то побольше и пошире. И я его, наверное, буду сажать по центру, потому что он из со всех сторон растет новые розетки. Вот. И это новое, там новое. В общем, как-то он растет вокруг. Ну что же, ничего такого сложного. Обычная посадка. Перлита у меня нет. Здесь кора разной фракции. И серамис, и уголь. Вот. Просто засыпаем субстратом. И все. Ничего такого сложного. Я надеюсь, ему здесь понравится. Корни, корням будет более свободнее. Вот, и он будет расти, развиваться, и я очень надеюсь, что в этом году он тоже у меня цветет. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, не буду я отнимать ваше время, просто я засыпаю субстратом и уже покажу вам конечный результат. Ну вот так вот выглядит законченный вариант. Положила я по поверхности мох. Вот. Поправим. Вот. Надеюсь, что с этой розеточки тоже он процветет.
Вот так вот, красавчик. Ну, листва, конечно, потрясающие. Просто мраморные все. Я очень рада, что я его пересадила. И что у него отличные корешки. Ну, это, в принципе, сразу видно по растению, когда оно растет, развивается, и к тому же еще цветет, то значит и с корневой системой все в порядке. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, буду с вами прощаться. Такое коротенькое видео, экспромтом. И желаю всем хорошего настроения и до новых встреч, друзья мои.